Я злая волшебница, я заколдую тебя. Это только пивает качки, мама косяла. Лучшие сказки. Направо пойдешь, ничего не найдешь. Налево пойдешь, коня потеряешь. Прямо пойдешь, беду найдешь. Что делать, Бако? Пойдем налево. Коня-то у нас нет. Сяду на пенек, съем пирожок. А пирожка-то у меня нет. Потом дайся. Yes. Я повелеваю вам подписываться и ставить лайки. Вы согласны? Ох, ладно, ладно, пойдем дальше. Okay. Кажется, тут кто-то живет. Yes. Избушка там на курьих ножках. Там папа и Кай. Точно, Баба Яга. Уже иду, уже бегу. Здравствуйте, деточки, здравствуйте, сладенькие. Здрасте, бабушка. Давно гостей у меня не было, пойдемте к столу. Сейчас я костер разожгу и за вами вернусь. Сидите. What? Сначала она костер разожжет, а потом... Марья, бежим отсюда скорее! Снова голодная, спать лягу. Печка, печка, а куда гуси-лебеди полетели? Какие еще гуси-лебеди? Вы пирожки будете? Да. Да. Мако, у тебя уши. Ну вот, я так и знала. Не ешь все подряд, а то козленочком станешь. Come on! Спрячемся в нем! О, теремок! Кто-кто в теремочке живет? Я, крошка-моргошка! И я, Маришка-сяришка! А я, Махнач-бородач! Пустите меня в дом переночевать! Поднимитесь-ка! Ну, поднимитесь еще немножко! Марьюшка-заюшка, пойдем лучше отсюда, тут тесно! Куда же вы? Эй, не ешьте меня! Так вы просто мимо проходили. А, понятно. Три желания надо. Только у нас всего два желания. Первое. Вернуть мой прежний вид. И исполняю. Вау! Спасибо! И второе
желание. Верни нас домой. По щучьему велению, по моему хотению. Абракадабра! Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец!